праздник, приуроченный 50-летнему юбилею ЮИТ, прямо сейчас проходит в 3-й Одинцовской школе. Ребята подготовили тематические творческие выступления. Впереди их ждет невероятный сюрприз, а прямо сейчас на сцене проходит награждение лучших. Награждаются Иванова Полина, победитель первого всероссийского конкурса «Звезда ЮИТ» в номинации «Голос ЮИТ». На конкурсе десятиклассница Полина заняла первое место. Она уже 8 лет занимается вокалом, 3 из них является активной участницей отряда ЮИТ. Нас пригласили в Государственную автоинспекцию России, провели экскурсию, наградили. А также Государственная автоинспекция наградила всех победителей со всех регионов нашей страны поездкой в парк аттракционов, который мы провели весь день. И нам всем очень понравилось, мы все подружились. ЮИТ всем помогает и все нам объясняет, что на дороге смотрим лево, вправо и вперед. Юные инспекторы движения регулярно проводят занятия с начальной школой и ребятами из детских садов. Занятия у нас в лицее в нашем отряде «Светофор» проходят каждую неделю. Иногда мы встречаемся чаще для того, чтобы провести пропаганду по правилам дорожного движения. То есть рассказать детям, как нужно вести себя на дороге. Александр Алныкин 30 лет назад тоже был юным инспектором движения. Тогда он рассказывал ребятам, как правильно вести себя на дороге, и мечтал стать настоящим госавтоинспектором. Сейчас я занимаю должность начальника отделения экзаменации. Если в двух словах простым человеческим языком, мы принимаем экзамены, выдаем людям водительское удостоверение, проверяем знания. Сегодня отряды ЮИТ есть в каждом образовательном учреждении Одинцовского округа. С ними активно работают в школе, что помогает ребятам показывать достойные результаты на различных этапах всероссийского конкурса «Безопасное колесо». В основном мы делаем упор на переход проезжей части, где можно управлять транспортным средством, таким как велосипедом, самокатом, мопедом и прочими транспортными средствами. Перед гостями выступил фокусник-иллюзионист Сергей Листопад. В интерактиве участвовали как дети, так и взрослые. Назовите любую цифру от 1 до 100. 5. Хотите поменять выбор или оставлять 5? 5. Оставляем. Я открываю вам персонажа мультфильмов. Громко прочитайте, кто там. 5. Миньон. По одной подавайте мне кубики Рубика. По одной. 24 кубика Рубика. Молодец, молодец. Шустрый, какие у тебя руки, ты быстрее меня справляешься. Кого вы выбрали, вы помните? А в завершении праздника все участники сделали общее фото на память. Ольга Дмитриева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».